Сегодня концерт не успела дать. Леггинс концерт. Вот видите, у меня мои новые леггинсы. Готовы уже к концерту. Вот они, мои новые. Ну, это не знаю, завтра будет на концерте или нет, но вот леггинсы точно будут. У меня там есть люди, ждут, когда я леггинсы одену. Я тут надену. Я тут рекламу сделала, так что завтра попытаюсь дать концерт в леггинсах. Так что смотрите. А вот на это бандана моя, мне там сказали, говорит, у меня вид такой, говорит, необычный, что прям как на сварку можно идти работать. Ну, говорит, щиток возьми. Сейчас щиток есть. Сейчас будем завтра варить новый концерт. В новых леггинсах. Ну, тоже я вот такое была, когда мне было 27-26 лет. Ну, так что смотрите, завтра я попытаюсь выйти в прямой эфир. Только не знаю еще, во сколько все это будет. Это у меня все спонтанно происходит. Но очень хочу дать концерт. 2 недели концертов не было. 2 недели я не играла на гитаре. И это всегда для меня самый лучший способ. Вот многие там сидят, репетируют каждый день по несколько часов. Для меня лучше всего не играть 2 недели. Я потом намного лучше играю. Ну, или не намного лучше, но интенсивнее и по-другому. Для меня самое главное — соскучиться и захотеть. Так что я очень хочу играть. Сегодня просто не успела. Я загружала другие видео, можете посмотреть, с того концерта. И я хочу тоже их загрузить, чтобы порядок был. Чтобы сначала эти концертные видео, а потом другие. Так что ждите завтра «Сибирский блюз» или меня, Мария Мараховская. Это уже нельзя назвать сибирским блюзом. Это такая смесь. И сингер-сонрайтер с песенника перешла на рок. Хотя я рок очень люблю с детства. Я в основном-то рок и слушала. Я хотя училась на классическую пианистку. Играла в школе музыкальной, ходила, играла на пианино. Пианино терпеть не могла, но играла из-за музыки, ради музыки. Сейчас к пианино как-то у меня, ну так, мне играть не хочется, и всегда хотелось играть на гитаре. И вот рок-гитара, рок люблю очень. А сейчас еще на дэнс-музыку перешла, электро. Так что еще посмотрим, может, еще рэпом займусь. Уже прикид уже в том направлении идет. Йо, мэн, йо. Так что ждите, подписывайтесь на меня. Там ставьте лайки, подписывайтесь и наблюдайте за моим творчеством. Меня прет. Расту в разные стороны, в разных направлениях. Дай Бог сил.